В понедельник около 40 больниц по всей Польше приняли участие в предупредительной забастовке медсестер и акушерок, протестующих против условий и оплаты труда. Причиной забастовки является распоряжение Адама Недельского. Закон о методе определения самой низкой базовой заработной платы некоторых работников здравоохранения. Он не гарантирует стабильных правил повышения базовой заработной платы медсестер и акушерок, несмотря на многочисленные сигналы членов профсоюза относительно грубого ухудшения условий оплаты труда, многомесячного стресса, истощения и профессионального выгорания. Демонстрации состоялись в крупных городах Польши – Варшаве, Кракове, Люблине, Лодзе и других.